Уважаемые работники и ветераны Алмаздортранса, примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Этот праздник для всех тех людей, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта, кто участвует в организации и обеспечении автоперевозок, а также просто автолюбителей. Профессия водителя – это нелегкий труд, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности. Желаю всем водителям и профессионалам, и автолюбителям безопасных и легких автодорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимовыручки пути, крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником, коллеги!